Всем привет! У нас сегодня динер-динер. На деньги, на 100 баксов. Сыр. А перец чили? Тебе не страшно? Итак, что мы имеем? У нас здесь мятные конфетки жевательные. Перец чили. Перец чили настоящий. Шоколад, как не трогай. Шоколад темный 85%. Имбирь. Сушеная рыба. Пойдет, таранька пойдет. Лакричные конфеты, потом супер кислые конфеты и на самый десерт сыр с плесенью. И потом я очень боюсь. А тут сюрприз. А да. Сюрприз получит тот, кто победил, или все? И потом тут денежка. А сюрприз один. Его получит только тот, кто победит, кто первый дойдет до финиша. Правила такие. Нужно из каждой ячейки съесть по одной штучке. Не тратить времени на вынюхивание, на кривляние, потому что это же все время. А кто первый доберется до финиша, тот победил. Единственное, что можно не съесть, это хвостик от перчика чили, ну и бумажку от конфетки тоже съедать не обязательно. Кто победил, получит целых 100 баксов. Как вы заметили, у нас сегодня динер-динер для взрослых. Не каждый ребенок сможет пройти этот весь путь. Я точно это не пройду, рыбу и сыр не пройду. А перец чили тебя не страшит? Меня страшит только этот сыр. Я боюсь перец чили. Ну что, засекаем время? А, и последнее условие – не перепрыгивать шаги подряд. Съел первое, приступил к второму, потом к третьему и так далее. Не так, что с конца начинать. А можно шоколадку, потом это? Потом... Нет, ты же правила слышала? Начинаем с первого и пошли дальше. А можно смешать вот это где-то? Никаких смешиваний. Закончили со вторым, пошли к третьему и пошли дальше. Готовы? Три, два, один. Время пошло. Я последний. Ай, конфета! Она? Она жевательная, она как? Она спайси такое? После мята уже печет все. Как? Макс, ты что? Эй! Окей, папе самый большой. У меня самые нелюбимые конфеты в детстве были, это мятные. Так достаточно? Я никогда не любил. Итак, мне оставили самый большой перец, так нечестно. Ой, я плачу. Ну что, поехали? Катя, ты как? О, спасибо. Мне кажется, надо меньше жевать, кстати. Стараться глотать большими кусками. Катя, Катя, все, Катя выходит с чемпионата. Катя, Катя не участвует дальше. Все, Катя может дисквалифицировать. Я не знаю. Макс, мне кажется, поспешил. А что, опасно, что дальше еще имбирь? Он же тоже пекучий. Это капец какой-то. Мне кажется, Катя пришла шоколадок поесть, конфеток. А вот? Как тебе плохо? Вот, я укусил последний кусок. Ладно, я приступаю к следующему. Катя не считается, Катя проиграла. Все, Катя приз точно не получит. Слышала, Катя? О, хорошо. Мне кажется, ты сильно жевал. Тебе надо было просто... Ой, еще. Тебе надо было меньше жевать. Ты просто сильно старался. Шоколад. Я уже... Черный шоколад, кстати... Я уже наклею. Плохо жрется. Ой, опять. Кать, а рыбу? Все, Катя дисквалифицируем. Катя уходит, так нечестно. Ладно. Все, ты... А то пришла, видите ли, конфеток покушать. Садись, Макс. Это не считается. Так нечестно играть. Тем более, что Катя говорила, что она перца чили не боится. Есть! Катя закончил! Катя даже джинджер не ела. Ела. Можно? Так не считается. Можно. Макс, ты где? Ты на джинджере? Корм. Сейчас я буду пробовать Макса догонять. Мне надо Макса догонять. Надо просто быстро глотнуть. Это как таранька? Он какой-то тянучий, он еле-еле жуется. Так, джинджер, поехали дальше. Что-то Макс меня на два шага опережает. Свеженький. Как он пахнет, но это же надо наслаждаться, а не жевать так. Это не так уже плохо, как этот. Есть. Фух, мне кажется, я самое страшное съел. Рыба. О, отлично.
Видите, Катя не любит, а мне тут рыба нормально. Приготовлю. Эй, что так быстро? Ты почему такой быстрый и шустрый? Я не понимаю. Потому что я хочу выиграть сотеньку. Фу. Вонючка. Глотать. А как лакрицу быстро глотнуть, а? Я Макса догоняю. Макс был на 2 шага впереди, а сейчас на 1 только. Я думаю, молоко можно оставить, чтобы не чуть-чуть. Самое страшное теперь сыр. А как конфета, кстати? Это Катина любимая. Катя любит кисляшки. Катю можно выгнать, Катя. Никаких конфет, все. Ты уже уволена. Ну, Макс первый. Это реально немного нечестно. Я очень маленькая. Мы спрашивали тебя перед самым началом. Нет, ты не спрашивал. Или тебе не спрашивал? Есть сыр. Я спрашивал у Катю за спрежет чили, но Макс выиграл. Сыр такой. Можно молоко? Что? Запить. Я думаю, Макс заслужил. Реально он все съел. А что? А тебе интересно? Катя, руки. Интересно, да. Катя, руки. А тебе интересно, что же там? Что же ты заслужил? Это Максимин любимый. Как это называется? Это камин. Или фадж? Я хотя бы... это фадж! У нас в детстве это была и виска, или щербет еще можно. Виска! Угу. Ладно, это немного нечестно. Можно мне тоже конфетку? Нечестно, я Катя, съела нет. Этот сыр. Поставь на место. Нет, не заслужила. А сыр, я не знаю почему. Это же французский сыр. Ага, французский. А я вот думаю, а мне нужно ли его есть, если я уже проиграл? Я же приз уже не получу. Вот такой вот красивый, вот можно его достать. Вот смотрите, он какой весь. Какая это плесень, синяя или зеленая? Кто синяя. Знает? Блю написано. Rich and creamy. Спасибо. Но Катя нет. Катя, мама, скажи ей. Так нечестно совсем. Ничего не ела, даже имбирь. Ела. Конфетки хочет заработать. Я хочу заработать конфетку, поэтому я все-таки сражусь с сыром. Мне кажется, он не такой уж и страшный, как на самом деле. Надо просто нужно закрыть нос. Закрыть дурс. И вот так вот. Я тоже не нюхал. Кстати, когда дедюхаешь, даже и это ничего. Реально, главная опасность этого сыра, что он воняет. Я сейчас вообще ароматом не чувствую. Мне нормально. Чтобы я случайно не занюхал его, я буду с закрытым носом ждать, пока аж конфетка попадет ко мне. Я могу открыть ее. Спасибо. Катя, не жули. Классно выигрывать 100 баксов. О, 100 баксов! Я открыл нос. Короче, как лайфхак для тех, кто хочет съесть сыр. Реально, я вот пока нос не открыл, я вообще не ощущал этой вонючки. Открыл нос и все сразу. А теперь мой приз. Улет. Улет, как это фадж, да? Я не знаю, что англичане это называется фадж, это щербет или ирис. Ирис. Очень вкусно. Макс, может поделишься? Я почти пришел вместе с тобой, хоть двадцаточку мне выделишь. 15. Да, согласен. Окей. Давай, по рукам. Только дай мне ириски. $1. А кому ириски? Ириски не достаются никому. No. Кстати, сыр, реально, блин, я сам удивился, насколько лапхак работает. Закрытый нос и все, ешь спокойно. Ты так ловкнулся. Если вам понравился наш... А я могу купить! Чемпионат! Машина! Ставьте обязательно лайки! Подписывайтесь на канал и всем пока! А фадж обалденный. Катя. Сыр, возьми. Спасибо. Она не заслужила. Я хотела показать, что они экстрим сюры, экстрим кислые. Это они так называются. На самом деле они не кислые, не экстрим, просто кислые. Все, ставьте лайки, всем пока-пока. Пока. Папа, я тебе не А на что я смогу потратить, интересно? А я тут останусь, всю еду буду Я куплю много-много вот этого фуджа и риса. А я тут останусь, всю еду буду охранять.